Еще раз хотел бы выразить большую радость в связи с тем, что имею возможность сегодня в этом замечательном месте, в Череповце, в городе, который сегодня славен своими производствами, город, где развивается наша добывающая промышленность, металлургическая промышленность и многие другие отрасли народного хозяйства, чтобы этот город хотел бы пожелать от всего сердца свое материальное и техническое развитие непременно сопровождал развитием духовным, дабы не повторить никогда тех печальных уроков истории, которые учат нас о том, о чем сказал сегодня Господь нам через Евангелие. Не устоит дом тот, который основан на песке. И дай Бог, чтобы наши дома, дома нашей жизни, народа нашего, отечества нашего устроялись на твердом камне, к чему и призывает нас сегодня наш Господь и Спаситель. Аминь. С праздником вас сердечно поздравляю. Патриарх Московский всея Руси Кирилл сегодня, 16 июня, прибыл в Череповец. Он отслужил литургию возле собора Афанасия и Феодосии Череповецких. И сейчас он прибудет к храму святой великомученицы Варвары, который находится на территории завода Фосагра. Здесь он посмотрит возрождение традиции возведения подобных храмов на заводских территориях и выступит с пастырским словом. Семье все было хорошо, чтобы процветало наше предприятие, чтобы все были счастливы. Благословения, наверное, добрых слов, пожеланий. Коснуться, наверное, вот именно хотя бы даже чисто внешне, визуально, Святейшему. Какой-то, не знаю, хотя это большая ответственность, что мы здесь стоим. Ждем чего-то светлого, наверное, самого хорошего, что это принесет какой-то свет в нашу жизнь, нашу работу. Я думаю, что храмы – это, с одной стороны, средство укрепления духовной жизни человека, его ответственности за свои поступки, за свои дела, повышение нравственной ответственности людей. А с другой стороны, это некий символ уже происшедших перемен. Потому что действительно, как говорят, от осины не рождаются апельсины. И если есть плоды, то значит уже и древо достаточно сильное, и древо достаточно плодоносное. Поэтому я хотел бы поблагодарить весь коллектив за те труды, которые вы осуществляете, за тот уровень производства, который мы можем видеть сегодня. За тот пример, который вы даете очень многим российским и даже, может быть, мировым предприятиям. Пусть Господь хранит вас. Также патриарх Кирилл возглавил чин освящения закладного камня в основании нового храма. Церковь Святой Великомученицы Екатерины появится на территории нового производственного комплекса аммиака и карбамида. Я очень рад, что имею возможность на этом месте заложить храм-часовню в честь Святой Великомученицы Екатерины, которая в свое время за верность Христу отдала свою жизнь. Она происходила из богатого и знатного рода и могла спокойно жить в богатстве и в чести внешней, человеческой, закончить свою жизнь. Но она избрала путь исповедания истины, и ради этой истины она была умерщвлена, потому что не отказалась от Христа и не отказалась от Бога. Благословляется и освящается основание храма сего в честь святой великомученицы Екатерины во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.